Очень добрый день. Вы посмотрите. У нас 14 апреля. Убитые тазики валяются за зиму, оттаившие. Оттаившие, сейчас опять примерзнет все. Кроватьку. Фу, и опять вот такая противная. Вот такая вот гадкая. Я же говорила, я в своей куртке и капюшоне до лета буду ходить. Сидим яйцами, любуемся. Че стоите тут? Бесполезные животные. И предмет воспитания детей. Это ковырнул, вот здесь отковырнул я вилочкой. Очень такой мягкое. Вот они спят. Кроватки вы. Очень добрый день. Вы посмотрите. У нас 14 апреля. Как здорово. Красота. Это у меня... Убитые тазики валяются за зиму, оттаившие. Оттаившие, сейчас опять примерзнет все. Здесь, гляньте, прям занесло. Открывать. Фу, и опять вот такая противная. Вот такая вот гадкая. Сейчас они будут тут стоять, хлюпать. Фу. В кормушке опять снег. Когда такая мерзкая. Он мокрый. Снег. Это не такой, знаете, снежок красиво, когда такая мерзкая погода. Он, конечно же, весь растает сразу, это понятно. Ой, какие бои индюши. Ой. Утки где? А, возле домика. Вон там хвостик торчит. Нужно яйца забрать. Индюши, у вас там опять месиловка. Стоишь. Иди домой-то, там же сухо. Нет, вот что стоит. Утики, привет. А, вы там едите, наверное. Угу, сейчас водички принесу. Я же говорила, я в своей куртке и капюшоне до лета буду ходить. А потому что в шапке за воротник прям так мерзко этот снег мокрый падает. Ну ничего, весна, слава богу. Будет и жаркая погода, будет и хорошая погода у нас. Потерпим. Вот как поживает. Ой, тихо. Тихо. Вот как поживает доминантики. В общем, все хорошо. Сейчас они испугались, там забились туда. А так они, видите, на кормушку уже никто не бросается. Я даже эти зеленые уберу, потому что они у них так еще... Ну, хватит. Несколько дней назад, как я насыпала там комбикорм, когда мы их переселяли, так он там и есть. У них эти кормушки, вон, в роли насестов. А здесь такого столпотворения нет, потому что комбикорм, он стоит всегда, вообще, постоянно. И поэтому они сейчас так не дерутся, не убиваются. Вот какая курочка красивая. Доминанты, это же здесь намешано... От разных пород, как я понимаю. Как я увидела по другим видео, это, оказывается, называют малин, наверное. Да, вот эти вот кукушечные. Ну, вот эти, как я поняла, рыжие, это с пасхальным яйцом. Беленькие кто такие, какое яйцо они несут. Там есть и черные с лохматыми ногами. Вот такие. Вот, все у них хорошо. И никто никого не обижает. Расклёва, слава богу, так у нас и не было. Не было никогда. Я думаю, видите, то есть выводы делаем. Даже... В очень тесных условиях, вот вы не представляете, они вот так вот один на одном там были. В очень тесных условиях, я так понимаю, ребята просто на хорошем корме. Поэтому у нас не случается никаких неприятностей. Так, а, и что хотела сказать. В первый день, даже не в день, а первую ночь, на следующий день у нас минус один цыпленок. И на вторую ночь, опять же, на второй день минус один цыпленок. Я думаю,
Я думаю, это просто случалось ночью. Они просто друг к другу прижимались, и поэтому они просто задавили. От страха, поскольку был стресс от переезда. Пока еще двери не открывала, так они здесь пока и сидят. Кики забрала два яйца этих индюшек. Сейчас иду сразу заберу Мусиков. Мусиков, вот. Обязательно два яйца. Вот они. Вот они, утиные яйца. Вот, все, понесем. Понесем. Ай, не помещается. Понесем домой. Утки, наверное, рано утром всегда несутся. Индюши-то как-то яйца потеплее, еще не заледеневшие, а уток яйца холодные. Понесем домой. Потому что собираем. Чего тут смотрим? Почему у вас тут пусто опять? Опять эти цесарки непутевые, да? Все раскидали, расклевали. Хорошо, что увидела, ребята, ведь насыпала недавно. Сейчас насыплю, а вы здесь и третесь-то есть хотите? Давай сейчас насыплю, конечно. Мы сидим яйцами, любуемся. Идите, идите. Идите, вон утиком туда ставлю под это. Смотрите, какие голодные. Вот эти вот дурень, да, они... Туда-сюда. Так, и не несутся. Нужно хотя бы пока сейчас вот этого друга. Это самец, он уж тут вообще ни к чему. Тебе уже повезло, ты уже 2 года живешь. Затесался тут среди девочек. Угу. Ждут здесь комбикорм. То у индейцев там поклюют, раскидают. И сюда. Что аж вот прям раскидано все вокруг. Да, стоят, не столпились. Че стоите тут? Бесполезные животные. Так они несутся. Но это надо же. Когда же они начнут нестись-то? Ну, сейчас вообще нецелесообразно брать их, просто и вырубать. Да? К лету. Я думаю, хоть когда-нибудь они занесутся. Утики какие голодные, а? Ребятки, я даже не видела. Вы представляете? Комбикорм стоит всегда у нас, у всех. Эти дурынды все пораскопают, пораскидают. Ага. Ой, охота вам тут мотаться в такую погоду, а? Вышли вы. Все, ладно. Забираем яйца. Видите, одно покрупней всегда, одно помельче. Ну ничего. Ничего, индюшиные яйца хорошие. Хорошего размера, красивенькие все. А почему такое грязно? Вчера настелила. А, вчера-то я настелила, у них поменяла. Подстилку, видите, одно вообще чистенькое. Ну, почти. А это прям грязь, наверное. Ногами грязными. Вставали как? Уходила, она снеслась, уходила. Думаю, что такое грязное-то. Ладно, все. Ну, а, вот они. Вам тут. Едите, дорогой комбикорм. Иди, уточку, иди ешь. Иди. Мне кажется, беленькая несет помельче яйцо. Ну, ладно, бог с ней. Пока нам выбирать не из чего. У меня есть всего 2 уточки. Все, ладно, пойдем. Несу еще одного доминантика. Не видно, он черный. Ну, в общем, вот так вот. Только сказала про потери. Один в один день ночь, другой был в другую ночь. Ну, как бы это не страшно, да, они просто задавили друг друга. И потом несколько дней все было хорошо. И вот сегодня увидела, а сегодня видите, что творится. Мороз ночью, был снег. Вот. И думала, сдох. А он нет, его, видимо, тоже за ночь придавили. Очень здорово, он живой. Он живой, но такой он... Да и тени тяжелые, это же не бройлеры. Зуб у него пустой. Он, видимо, уже у него сил не было до кормушки. А так, видите, он такой еще. Ну, Лекса. Понесу домой куда-нибудь. Поставлю. Ну, жалко же. Нет, так он, видите, прям такой молодец. Прям не сказать, что он совсем умирает.
Зашла кормить ребят. Тихо. Вот вы поели, да? Или мне кажется, вы поели. Как его называют? Комбикорм там. Да, мне кажется, с утра. Не с утра, а сверху они съели. С утра я сыпала. Да, ребят, ели, потому что я когда подсыпала... Привет. Ели. Молодцы, вы меня прям радуете. Если вы едите комбикорм, то молодцы. Они некоторые начали... Прямо вот подошли, и некоторые бросились туда и начали грызть. Я видела. Но я видела не всех. Так что хорошо. И это хорошо. Вот. Сенка здесь, дырочка. Они, значит, вы съели они вот здесь все, что было. Дырочку запихиваем. Давайте. Так, вы у нас. А вы, наверное, не ели, да? Хотя тоже звездулька, я видела, что она грызла. Так, идем к этим фитюлькам. Вот они спят в кроватке, в эти фитюльки, да? Видите, что у нас тут творится? Клетки, сетки. Эту кучку сена я принесла, подкладываю, как их называют, телятам, козлятам. Козлятам. Козлятам я подкладываю. Я зашла, они начали кричать, у меня опять все мысли мои разбежались. Ну, не все, конечно, некоторые остались. Вот. И поэтому козлята, телята, животные, животные, в общем, да, это сено им. Поэтому здесь кучка это валяется. Ай! Маленькие, а шустрые. Да? Шустрые. Молодцы. Уже ждем. Сейчас подождем. О, хоть они маленькие родились, вторая вон вообще масенькая. Вот, хоть они и маленькие родились, но такие, они прям с самого начала были шустренькие. Все, сейчас будем есть пока. Забыла снять, поставила в духовку. Это все наши бролики. Что-то я какой-то еще не настоящий блогер. Бывают такие, знаете, хорошие такие события. Есть что поснимать. Все так хорошо, красиво. Не забывай, ладно. Поставила сначала под фольгу броликов. Отковырнула. Вот здесь отковырнула я вилочкой. Очень такое мягкое. Очень это красиво. Опять темно. Ну вот так вот. Сейчас по-быстренькому поставлю. А то есть хочется же. По-быстренькому ставлю, чтобы это все подрумянилось. Не стала выкладывать в какую-то емкость, в какую-то тарелку. Решила так и оставить. Сейчас придут, все приедут с работы, с тренировки. Каждый возьмет по кусочку. Ну, по два. По кусочку, конечно, это слишком скромно. Тебе нравится, Сладюсь? Да. Вкусно? Да. Курочка, да? Да. Интересную деталь увидела. Это ошейник, не подумайте. Это не предмет воспитания детей. Это ошейник. Покупала собаке, но что-то не рассчитала. Он слишком огромный. А то подумайте, что это прям тут у нас рядом, под рукой всегда. Приятного аппетита, Сладусь. Все, ужин готов. Просто отварила картошечку. Ну, ребенку дала, конечно, без лука, без зелени, потому что он не очень-то, да? Да. Да. Он нос торчит. Везде торчит этот нос. Этот носик мясо просит. Угу. А у нас картошка с лучком и зеленью. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Приятного вам всем аппетита в ваших семьях.